Неудивительно, что с такими суровыми нравами и главный танец у пуштунов боевой и стремительный. Воины исполняли его, прежде чем отправиться на войну. Ну а сегодня этот танец – часть культурного кода пуштунов. Такой танец я вижу впервые. Вот это да! Как мне рассказали, этот танец относится к пуштунскому племени Махсуд, племени воинов. А в целом же пуштунских танцев, как и пуштунских племен, множество. Вот это, например, танец племени Бетани. На мой взгляд, более легкий и непринужденный. А вот это танец другого народа этой провинции – читральцев. Класс! В общем, для меня устроили целый танцевальный праздничный фестиваль. Собственно, на праздниках эти танцы в основном сегодня и исполняются. Я обратил внимание, что во всех группах есть танцоры разного возраста. Это очень здорово и очень близко моим ценностям. По пуштунским традициям все возрасты принимают участие в наших празднествах, а значит и танцуют все. Грубо говоря, от 6 до 70 и 80 лет. Разница лишь в том, что у молодых энергии побольше. С возрастом она угасает, но не угасает энтузиазм. Скажите, как вообще в Пакистане? Все любят танцевать? Еще бы. И особенно мы любим танцевать под барабанную дробь. Но прежде всего, мы танцуем для того, чтобы отметить какой-то счастливый момент в нашей жизни. Ну и танцы. Это еще один показатель нашего гостеприимства. Мы исполняем их для всех гостей. Расскажи, какое движение тебе больше всего понравилось. Мы тебя научим. Мне очень понравились повороты. Мне очень понравилось та-та-та. Ага. Да мне вообще все понравилось. Давайте танцевать. Это что-то неизведанное, но очень любопытное. Здесь одинаково интересно вести разговоры о культурном наследии и болтать с простыми людьми о жизни. Здесь про некоторые традиции слушаешь, открыв рот, а еда такая вкусная, что рот уж, простите, и не закрывается. Здесь от танцев кружит голову, а от местного радушия с лица не сходит улыбка. Это я забираю с собой. Но мне больше достанется. Так, ну что, ребят, это я вам оставляю. Я вижу, вам понравилось. С большим удовольствием принимаем. Спасибо большое.